культурно пошли в магазин, красиво оделись. Федя решил попрыгать по лужам и спиной завалился. Видали, что? Федя, стой! Стой, говорю! Весело было по луже прыгать? Да. Друзья, всем добрый день. А у нас сегодня вернулась зима немножечко. Еще вот этой вот белоснежной красотой мы полюбуемся несколько дней. Приехали сейчас в деревню с квартиры. Такая красота у нас. Ну вот что хочу сказать. Елочки вот эти садила я осенью. И сейчас... Сейчас вот снег этот сойдет, и их нужно будет прикрыть газетой какой-то или бумагой их, потому что начали желтеть иголочки из-за солнечного ожога. Вот в март, когда еще земля не оттаяла и корни не начали питать деревцем, только посаженное. Сохнет вверх, желтеет, опадает и все. То есть нужно закрыть, пока земля оттает, начнет питать, и влага будет, испарение идти из зелененьких иголочек. И тогда уже можно будет открывать. Тогда все нормально будет. Красота красотенская какая, смотрите. Все поприсыпала. Вот этот вот промежуток между тем, как между снегом и зеленой травой сказать, вот когда все растаивает и травы нету, оно все как-то не очень красиво, серенько все. Вот, а снежок присыпает и хорошо. Ну вот уже растает в следующий раз и будет нормально. Трава быстро пойдет в конце марта, в апреле трава быстро поднимется. На окошке у меня уже вот огурчики такие большие подрастают. Там уже даже, по-моему, завязи вот на них есть. Рассада это... Перцы, это баклажанчики вот такие уже большие. А тут вот 2 дня назад посадила помидоры. Смотрите, за 2 дня они как повыскочили и повытянулись. Вот вчера нас не было, и буквально вот за 1 сутки они вот так вот под крышечкой вытянулись. Сейчас я их открою, на окошко поставлю, конечно. Пентас лавандовый еще цветет вовсю. Красавец. Такой вид у меня из домика, из окошка, из комнаты. Шторы не вешаю на окно. У меня окно без перегородок. Оно не открывное вот это. И оно у меня вместо телевизора. Очень красивый вид, а вечером там звезды на небе, луна, она всегда вот за березками выходит и вокруг домика обходит. Очень красиво. Друзья, всем отличного весеннего настроения!
Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Увидимся. Всем пока.